Вот такие вот горы рядом с домом, где мы живем. Это вот такая территория. Тут вот там горы. Здесь слева школа. Вот здесь вот. Это Катя наша. А это всякие, вон там горы. Здесь везде горы. Вот где-то там вот слева на тех вот горах, вот там. Сейчас Лаури работает на работе. Кстати, солнце светит, тепло. Ну, тепло, 13 градусов где-то. Поют птички. Здесь все так размеренно, спокойно, тихо. Никакого суеты. Все живут очень медленно. Жизнь протекает медленно. Тетенька идет, что-то несет. Мотель какой-то. Hello. Hello. А в горах снег. Видите, какой снег? О, снег там. Там вот эти лыжные курорты. Все. Ты бы видел эти цепи, которые тут в машине натягивают. Ну да. Когда в горы подниматься. У нас один раз мы взяли в аренду одного знакомого цепи. Кто это такой? А, это ламы. Ламы. Пипец. Лама. Лама. Подойдем ближе. Тут уже рельсы. Ой, какие. Вон какие ламы тут. Видите? Вон они. Ламы. Они мясо, молоко дают или что? Ну, это.